Быстрее не значит лучше. Не секрет, что возведению социальных объектов в Щелковском районе уделяется пристальное внимание. Ход строительства находится на постоянном контроле руководства района. Детский сад в Первом Советском переулке практически готов. Необходимо доукомплектовать объект недостающим оборудованием и мягким инвентарем. Я вот понимаю, что мне и стыдно перед родителями уже, что все это происходит. Но надо открывать садик, когда он готов к открытию, а не тогда, когда вот флажками помахать и детей завести, чтобы потом было там некомфортно. На выездном совещании Алексей Валов пообщался и с заведующими другими детскими садами. Они доложили о проблемных вопросах, которые возникают в ходе завершения строительства детских садов и ввода их в эксплуатацию. Все были взяты на личный контроль исполняющего обязанности руководителя администрации. В принципе, можно сделать как бы въезд сюда, трактора, машины. А здесь уже никто не учится. Территория бывшего колледжа на улице Фруктовой пустует. Но это ненадолго. Сюда предполагается перевести муниципальное предприятие «Дороги и транспорт», служба озеленения и благоустройства, объединив их в одну структуру. Такая оптимизация должна сделать работу организации более эффективной, уверены в администрации. Мы понимаем, что это просто необходимо сделать, так как в одних руках надо держать все городское хозяйство. В самое короткое время будет принято решение о слиянии этих предприятий и перемещении на эту базу. На территории бывшего колледжа градостроительства и предпринимательства есть необходимые помещения и ангары. Решение о переводе муниципального предприятия «Дороги и транспорт» было принято после последнего визита туда Алексея Валова. Он состоялся несколько дней назад. Тогда проверка показала, большинство техники почему-то находится в гараже, а не на линии. Система управления организацией выстроена плохо. Оно очень маленькое, нефункциональное, нет возможности хранить реагенты быстрого применения, нет возможности ремонтировать технику, нет возможности проживать сезонным рабочим. Ну, то есть мы понимали, что это дополнительные расходы, а оптимизация и есть эффективность всех расходов. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».